аплодисментами встретили Таира Салахова члены Президиума Российской Академии Художеств на очередном заседании, состоявшемся 4 декабря. Живописец родился в Баку 90 лет назад, 29 ноября. В тяжелые послевоенные годы он поступил в художественное училище имени Азимзаде. В 57-м окончил Суриковский институт. Это выдающийся мастер современности, имя и творчество которого вошли в историю мирового искусства. На заседании Академии Зураб Церетели вручил имениннику орден заслужения искусству первой степени. Вице-премьер РФ Ольга Голодец посетила мероприятие. Для меня сегодня огромное счастье, огромная радость, что сегодня вот мы здесь все вместе поздравляем вас с таким потрясающим юбилеем. Вы живой классик. И ваши работы, мы их знаем. Мы их любим. Мне хочется пожелать вам долголетия и такого человеческого, и творческого долголетия. Посол Азербайджана в России произнес теплые слова в адрес земляка. В Азербайджане большой праздник. Наш уважаемый президент Ильхам Нидарович Алиев даже консультировался по тому поводу, что у него уже есть все звания и все ордена. Чем же наградить дорогого Таир Теймурча? И в результате вот в Азербайджане сейчас учреждена новая медаль, и один из первых, кто ее получил, это орден труда первой степени, которым удостоен Таир Теймурович. Конечно, любые ордена, медали, награды, они блекнут перед его творчеством, перед тем вкладом, который он внес в художественную действительность и для своей страны, для Азербайджана. Таир Салахов воспитал целую плеяду блестящих художников. Как призналась дочь живописца Айдан, слова признательности прозвучали от его учеников из Вьетнама, Алжира, Мексики, Голландии и других стран. Он не только нас научил твердому рисунку, живописи, лаконичности. Это также такая школа жизни, стиль жизни. И в первую очередь ставить приоритеты в искусство и двигаться в этом направлении. Ранее вице-президента Российской Академии Художеств Таира Салахова поздравили президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев, первый вице-президент Азербайджана, президент фонда Гейдара Алиева, Мехрибан Алиева и многие другие.